Доброе утро! Вы смотрите программу Натальи Абловой. Я желаю вам прекрасного дня и постараюсь, чтобы за час нашего эфира вы получили интересную и полезную информацию. В нашей программе новые репортажи из рубрики региональных деловых новостей. На этот раз съемочная группа программы побывала в Валмере. В переводе с латышского название этого города означает «место, где царит спокойствие». Это очень красивый город, который предоставляет широкие возможности для активного отдыха и экологического туризма. Съемочная группа остановилась в скромной, но уютной и комфортабельной гостинице «Видземе». А хозяйка кафе при этом отеле «Инесса» накормила журналистов вкусными завтраком, обедом и ужином. А для наших телезрителей «Инесса» предлагает попробовать в качестве утренней трапезы восточный салат и бутерброды с лососем. Доброе утро! Меня зовут Инесса. Я хозяйка кафе при гостинице «Видземе». Сегодня на завтрак мы вам предложим свежий и полезный салат, называется восточный, из свежих овощей и зелени, и также бутерброды с лососиной. Для приготовления этого салата нам понадобится свежий огурец, помидоры шерри, сыр фетаки, а также листья салата, петрушка и свежая кинза. В качестве приправы мы используем лимонный сок свежевыжатый и приправу персилада. Сперва мы начинаем нарезку огурца. Огурец нарезается дольками. И все складывается в одну тарелку. Следующее идет нарезка зелени. В этом салате присутствует такая зелень, как кинза. Она дает этому салату вкус и свежесть. А также простая петрушка. Теперь мы нарезаем сыр фетаки. Нарезку делаю фигурную, но в принципе можно и простым ножом нарезать. Фетаки соленые, поэтому соль в этом салате не присутствует. Следующее, что мы делаем, мы берем салат. Салат можно заменить и китайской капустой, можно новой капустой заменить. Салат рвется. Рвется потому, чтобы он был воздушным. Когда начинаешь нарезать салат, он мнется. В этот салат добавляем помидорчики шерри. Но опять же таки, помидоры шерри можно заменить обыкновенными простыми помидорами. Добавляем персиладу. И лимон. Масло растительное добавлять не будем, потому что не во все салаты, я считаю, нужно добавлять. А теперь салат просто перемешиваем. К восточному салату мы приготовим бутерброды с лососиной. На огурец мы накладываем тоненькие долечки лимона. Лосось мы нарезаем. Ложим небольшую кучку, так, чтобы не закрывал лимон. Сейчас мы просто поставим красивые валаны, чтобы у нас бутерброды были красивыми, потому что люди всегда кушают сперва глазами. Черный перец. В общем-то, он не настолько острый, сколько дает аромат.
кафе при гостинице каждый день вкусно и очень недорого завтракают, обедают и ужинают и гости отеля, и постоянные клиенты. Гостиница «Видземе» по латвийским стандартам относится к двухзвездочным отелям. Однако из 12 благоустроенных номеров есть и апартаменты люкс с гостиной, спальней и просторной ванной. Здесь, кроме ванны джакузи, есть даже инфракрасная индивидуальная баня. Кроме того, для всех постояльцев отеля и гостей города в нижнем этаже оборудована финская баня. Есть и обширное помещение для проведения деловых встреч и конференций. Гостиница работает 24 часа в сутки.